За много лет работы в центре рецепта здоровья уже сложились какие-то такие привычные представления, что о некоторых натуральных средствах, что мы, ну, даже забываем, можно сказать, так их рекламировать. Уже само собой разумеется, что если человек принимает, например, Арктрес для того, чтобы улучшить питание суставов, то параллельно в систему Соколинского входит и Гелиотай Плюс, крем, который улучшает микроциркуляцию в области сустава. И уже так часто об этом говоришь, что забываешь, что некоторые люди вообще-то не читали моих старых книг, и, может быть, этого и не знают. Но если у геля Алтай Плюс, который я сейчас продемонстрировал, у него все-таки есть статус уже легендарного крема, то есть тысячи, если не, наверное, десятки тысяч людей его использовали успешно, и благодаря ему, благодаря тому, что это единственный крем, который улучшает кровообращение, но при этом не вызывает притока крови, не вызывает гиперемии, не вызывает разогревания тканей. Десятки тысяч людей получили улучшение от системы Соколинского с суставами. Некоторые, и большинство-то даже не обращались непосредственно ко мне за консультацией, просто в ситуации, когда есть артрозоартрит возрастной, явно не инфекционный, явно не аутоиммунный, использовали вот эту комбинацию Арктрес, внутренний порошок, и гель Алтай наружно. Но ведь у него, у этого легендарного крема, есть родственники. И вот как раз сегодня я и хотел о них вспомнить. Например, гель Алтай Прима. В чем принципиальная особенность этого крема, чем он отличается от своего легендарного родственника? Основа, конечно, та же самая. И, в общем, если вы будете смотреть на состав, то вы, конечно, там увидите гинкго биллоба, вы увидите экстракт конского каштана, то есть те компоненты, которые именно сосудистые, венозные, которые используются непосредственно при варикозном расширении вен и венозной недостаточности. Но не надо забывать, что основа-то, вот композиция из трав, она ведь тоже очень важна, и она та же самая, что у геля Алтай Плюс. Поэтому и микроциркуляцию тоже он улучшает, не только на вены действует. Почему, я решил позволить себе именно даже о конкретном продукте вот так долго рассуждать, а не о системе целиком. Потому что, на самом деле, если вы куда-то едете, я вам советую запомнить, как вот за стерин мы запоминаем с точки зрения поездок, как мы запоминаем глюкоферон для того, чтобы был дома всегда, чтобы не заболеть, не разболеться, когда простуда и так далее и тому подобное. Вот есть универсальные и наружные средства, это вот гель Алтай. Я вам скажу, что никогда не поеду ни в одно путешествие, где планируется много ходить или много стоять, предположим, на выставку, не взяв с собой этот гель, потому что можно по-разному тяжесть в ногах устранять. И трудно найти человека, который настолько у него идеальная вена, что он вообще может ходить и целые сутки стоять на ногах, в неудобной обуви даже может быть, и поэтому у него вообще будут легкие ноги, как будто в детстве. Для меня это тем более проблема, потому что так получилось, что по наследству варикозное расширение мне просто досталось генетически, и приходится с ним как-то жить, поэтому гель Алтай Прима всегда использую, когда куда-то еду. Потому что я абсолютно уверен, что вечером, если я его применяю после трудного дня, когда много ходишь, я уверен, что утром я буду как новый. Вот из серии тоже для дома, для семьи, да, то, что мы на самом деле используем в своей собственной личной жизни, и поэтому рекомендуем вам. То есть в центре Соколинского все наоборот, немножко поставлено с ног на голову. То есть, конечно, не значит, что каждую таблетку, которая у нас продается, лично я ем с утра до вечера. Но есть некоторые вещи, которые пришли в наш ассортимент, пришли к нам на полки именно от личной потребности. То есть мы сначала начали использовать для себя, а потом стали их заказывать, а почему людям-то не предложить. Это вот, например, тот же гель Алтай, но только который используется после загара. Много кремов, которые используются после загара, но я вас уверяю, что если вы будете
брать с собой куда-то в путешествие или после солярия использовать именно этот, то загар будет вставать гораздо лучше на коже. Ну, естественно, конечно же, не будет раздражения, то есть это быстро будет снимать покраснение и прочее. Это очень приятный на вкус, на запах, извините. Потому что, опять же, основа-то вся та же самая, что у легендарного крема, который улучшает микроциркуляцию, который улучшает восстановление. У геля Алтай Плюс. То есть, производитель он базу взял одну и ту же, вот самую эффективную, а просто дополнительные компоненты использовал, какие-то больше для вен, какие-то больше для восстановления после загара. Но, вот, если размышлять, если крем помогает после загара, значит, он обязан восстанавливать клетки кожи. А что, разве нам только после солнечного воздействия нужно восстанавливать клетки кожи? А что, как крем для ежедневного использования, нельзя использовать такой, применять такой крем? То есть, здесь нужно отнестись просто со здравомыслием. То есть, если что-то обладает настолько интенсивным воздействием на вашу кожу, что способно даже после солнечного ожога ее восстановить, так это значит антивозрастной крем. Поэтому дома и сейчас, вот сейчас мы не загораем, но то же самое используется. Жена использует как антивозрастной крем для тела. Потому что получить высокий активный антивозрастной крем для тела по цене там, в районе 300 рублей, чтобы это было действительно не фантастическим каким-то событием, а действительно работало, это очень непросто. Поэтому советую вам обратить внимание, просто немножко применить смекалку, когда вы делаете какие-то заказы и думаете, как бы, что вам применить. И вы увидите эффект по телу, очень даже прекрасный, увлажняющий от вот этого крема. Самый для меня проблемный крем вот среди всей этой семьи – это Алтай Экстра. Почему? Потому что, ну как мы обычно у нас в сознании, что написано для того и использовать? Написано для ног, не дай бог на руку намазать. Написано для лица, значит уже на руку, если намажешь, рука отвалится. Ну это, конечно, ерунда, это чистый маркетинг, чистая реклама. На самом деле нужно смотреть всегда на действие крема. То есть здесь написано, что этот крем максимально подходит для суставов. Но в своей практике, и поэтому его больше спрашивают люди, то есть несмотря на то, что в системе Соколинского, я рекомендую гель Алтай Плюс, ту самую легендарную первую формулу. Но когда люди приходят с проблемой суставов позвоночника, больше спрашивают гель Алтай Экстра. Почему? Потому что здесь написано, что это для суставов. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что все-таки, если вы хотите прислушиваться к моей позиции, к моему опыту в области использования каймов наружных средств при проблемах с суставами, то я всегда советую все-таки не этот самый частый и самый популярный, а вот этот, который называется гель Алтай Плюс.